Я получила письмо. Какое-то, ну, да? Ты расскажи, кто там в тебя влюбился-то? Артём, третий раз. Третий раз? И что подарил? Рисунок. Рисунок? Да. А я ему валентинку. Да? Да, как это открыть? Ну, посмотри, переверни. Вон там расстегивать надо. Вот, стрелочки нарисованные же. Тянем за стрелочку. О, открыла. Да. Что там? Опять Артём что-то тебе прислал. Что это? Что там такое? Чудесно какое-то. Ничего себе! Какая валентинка! Это не... О, что-то написано еще. Что, ну, почитай. Кира, ты мне нравишься. Кира плюс Лю. Ой, Юра. Что за Юра? Какой Юра, папа? А я откуда вас знаю? Это мама принесла. Какой Юра? Какой-то секретный поклонник. Так у тебя теперь два ухажера. Ухажер, уходи отсюда. Антошу оставляем? Какого? А кто у тебя ухажер? Вообще-то Артём. Артём? Артём оставляешь? А Юра? Нет, кто такой? Юру оставляю. Юру? Я не знаю, кто такой Юра. Нормально, ей тут сердечки дарят, она не знает. Папа, у нас в классе нет ни одного Юры. Может, садика? Какого садика? У нас в садике Юры не было. Алло, гараж! Ну, тебе лучше знать. Пойдем праздновать. Пошли. У тебя сегодня прям праздник, да? С валентинками. Вот тебе еще от меня валентинка. Там сердечки. Это такой бейджик. Ой. Из домена спицы. Ты что, в домена спицы работаешь? Не я. Там твое имя написано. Ты там работаешь. Ох, у тебя сегодня валентинок, да? Нет. Третья. Пойди бабушке покажи. Ну зачем ты достаешь? Ты засунь обратно. Достали. Ты не достали. Thank you.